криптовалюты MIAUTA работать вне блокчейна, в отличие от Bitcoin или Ethereum. Вместо этого применяется DAG, технология распределительных реестров. От блокчейна она отличается структурой записи. В ней нет блоков, цепочек и майнеров. Структура данных криптовалюты основана на журнале транзакций Tangle, собственной разработке компании. Прежде чем совершать транзакцию, каждый участник системы подтверждает две созданные ранее. Но систему нельзя назвать полностью децентрализованной, так как в нее встроен узел координатора. Это программный компонент, который разработчики внедрили для противостояния кибератакам. Еще он контролирует достижение консенсуса при транзакциях, а также помогает поддерживать работу сети. Его наличие смущает многих, плюс координатор имеет закрытый код, поэтому разработчики сообщают о том, что в будущем он будет удален, однако не указывает сроки. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, курсы криптовалюты нестабильны, поэтому говорить об их цене в долгосрочной перспективе глупо. Так что сами проверяйте, через несколько минут я вам покажу, как можно купить криптовалюту через Gate.io. В системе использованы подписи на основе хеширования Winter Needs, а не эллиптический метод, как у других криптовалют. Это положительно сказалось на скорости подписей. Вначале в системе использовалась хеш-функция собственной разработки, именуемая Sorrel. В июле 2017 года была выявлена ее критическая уязвимость, в результате которой подписи подделывали. Поэтому руководство проекта решило заменить Sorrel алгоритм хеширования на основе HA3 названием Carol. В сети нет фиксированной стабильной скорости. Транзакции происходят практически мгновенно. С расширением сети и повышением нагрузки скорость будет увеличиваться, а не уменьшаться, в отличие от криптовалют на основе блокчейна. Идея интернета вещей – это образование всемирной сети, которая объединяет не людей, а разные устройства. Например, камеры, сенсоры, датчики умного дома. Чтобы интегрировать Coin, разработчикам необходимо было создать саморегулируемую площадку. Поэтому в основе лежит технология Tangle. Ее принцип основан на том, что ни одна транзакция не может быть проведена, пока она сама не подтвердит две предыдущие. Чем больше операций совершено, тем быстрее работает система. Поэтому нет ограничений на масштабирование, не нужна пользовательская поддержка в виде майнинга. Хотя правильно сказать, что все участники, которые совершают транзакции, становятся добытчиками. Поэтому нет комиссионных. Минимальная сумма транзакций в эквиваленте доллара США составляет 1 цента. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговать, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей. Но KYC не обязательно. Криптовалюта IOTA в основном обеспечена популярностью технологий Tangle, которую используют многие крупные компании. Разработчики рассчитывают, что вскоре Tangle станет для IoT основным протоколом. Сейчас нет единой сети, а лишь отдельные ее очаги, например, умные дома. Проект позволяет собрать все процессы в системе IoT. У протокола нет проблем с масштабируемостью, а также присутствуют преимущества. Работа в автономном режиме, без подключения к интернету. Проведение одновременно множества микроплатежей и прочее. Сама компания заявляет, что Coin предназначен для новой экономики. Он позволит людям и устройствам обмениваться услугами и проводить между собой транзакции. Благодаря высокой скорости и поддержке микрооперации, монета IOTA служит альтернативой традиционным платежным системам.
Ребята, опять напоминаю, если хотите начать торговлю, тогда вам советую Gate.io. Я вам уже рассказывал, почему я так и думаю. А также вы можете получить 20% скидку на торг-комиссии. Но не забудьте одно. Ваши средства только в ваших руках. Будьте предельно осторожны, иначе потеряете все свои ресурсы. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует, и не только. А также на его канале вы сможете прочитать новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.